Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш урок будет посвящен мужским движениям, а именно присядкам. Итак, что же такое присядка? Это неотъемлемая часть мужского танца. Присядкой называются движения, свойственные только мужскому танцу, основой которой является глубокое приседание. Присядка является одним из самых сложных элементов в мужском танце. Он требует систематических тренировок, большой выносливости, крепости мышц ног, спины и коленных связок, хорошей физической подготовки. Мы сегодня разберем присядку по первой и по шестой позиции, присядку по первой и шестой позиции с выносом ноги и присядку-разножку. Все эти присядки мы с вами делаем на занятиях, но для того, чтобы нам правильно выполнить движение, присядка, да, мы с вами делали это у станка, сначала держать за палку, и потом переходили на середину зала и делали то же самое на середине. Если у вас есть возможность заменить палку стулом, комодом или стол вам в помощь, да, сначала сделайте это около воображаемой палки, а потом уже переходите к середине без опоры. Смотрим правильность выполнения движения. Обращаю ваше внимание на работу нашего корпуса, на выворотность ног, на ось при приседании, когда мы садимся в плие. Пробуем выполнять это движение и присылаем свои видеоотчеты. Шашкой своей боевой, коник вороной под ним подостал, да с поникшей шел головой. Ой-ой-ой, коник вороной под ним подостал, да с поникшей шел головой. Ой-ой-ой, а казачья песня дома прилетит к матушке в родное оконце. Пули засвистели вдали, ох, что-то стерва война. Эй, попала вдруг Исаула в грудь маленькая пуля одна. Ой-ой-ой, попала вдруг Исаула в грудь маленькая пуля одна. А обнял он за шею коня, а давно лишь смог прошептать: ты скачи домой, коник вороной, матушку хочу повидать. А ты скачи домой, я коник вороной, матушку хочу повидать. Родное оконце. Взвился на дыбы вороной, крылышки к ногам приросли. Потерпи, браток, вон уж хуторок светится огнями вдали. Ой-ой-ой, потерпи, браток, вон уж хуторок светится огнями вдали.